Ну ничего не вижу. В этом все дело. Я изобрел шапку невидимку. Самое трудное – правильно оформить изображение. Но я вам помогу. Без экспертизы вам не обойтись. Нужно хорошее вознаграждение. Как же я? Вы же изобретатель! Вы еще что-нибудь изобретете!
немного. А у меня как раз от папа дедушки песень остался. Волшебная. А ревизоры здесь при чем? Крути-крути, припесни вот этот цветок в уровень солнца. Если всей коли на службе тебе неразборенно и предложено будет, особо светиться начинает, предупреждая о недопустимости онного действия. Сказки рассказываешь, папаша. Ну, поскольку мы не бюрократы. Николай Николаевич, ко мне. Ты сегодня, Николай Николаевич, ревизию продовольственной базы проводишь. Так вот, испытай это колечко. Понял. Ну, где акт? Обеденный перерыв сейчас. Прошу вас. Ну, так себе. Могу познакомить нашу сотрудницу. Не пожалеете? Нет, я жена. Тогда у нас скромный подарок вашей жене. Спасибо.